Интересная вещь. Например, слышать слово, что миллионер, например, когда говорят, что «это миллионер-американец», или «это миллионер-немец», или «это миллионер-японец» и так далее, «европенец», это естественно воспринимается, как будто нормально. А быть миллионером Таджикстана ну, нереально. Разве не так? А вы знаете, в голове людей есть невосприятие с этого. Потому что много проблем, много трудностей и так далее. И люди, когда слышат это слово, вообще, вообще, я за 22 года моего работы как тренера, я заметил, что, оказывается, люди игнорируют слово «миллионер» и слово «богатство». И якобы они читают, что это что-то пафосное, это что-то как будто, знаете, ну, как-то должно быть по-другому. Интересно, о долгах говорит нормально, о бедности говорит нормально, а о а а миллионерстве, мечту говорит ненормально. Я хочу вам кое-что сказать. Ваш мозг, ваш мозг видит только те возможности, которые вы читаете для себя реальными. повторяю, ваш мозг видит только те возможности, которые вы читаете для себя реальными. Внимание! Вы достигаете только те цели, которые читаете для себя реальными. Человек является тем, кем он себя читает. Это первая вещь, которую вы в себе должны изменить. Максимально работайте неустанно над собой, чтобы изменить свое восприятие по отношению к самому себе. Измените свое восприятие по отношению к самому себе. Верьте своим идеалам, что вы можете создавать жизнь этого человека. Вот это Давлатова, который вы видите, я его кусок по кусок создал. Он не родился таким. Я бессонной ночи работал годами, чтобы его создавать. Вот как бывает в храмах маленькие мозаики, 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 вот так, день и ночь я его создал, собрал так. Надо себя создавать. Ты не родишься умными, ты не родишься талантливыми, ты не родишься успешными. Этим становишься. Но если ты возьмешь за себя сам, из себя сделать для, для самого себя самым важным человеком. Я повторяю, себя делайте для себя самым важным человеком, потому что когда вы станете более успешным, чем сегодня, вы успеваете помогать многим. В начале пути больше времени, энергия, усилий тратьте на самого себе. Больше денег, которые зарабатываете, тратьте на себя. Я помню, когда в самом начале я работал, вернулся грузчиком и так далее, было очень тяжело. И как чуть-чуть зарабатываю, хожу, учусь. Чуть-чуть зарабатываю, иду тренинги. Я помню, вернулся домой. Я, меня не было годы три месяца. я вернулся без денег. У меня было только 50 долларов. Моя мама сказала, с ног ты принес деньги? Я сказал, нет. А я жил в селе. А в селе как это происходит? Это, если ты с России приехал, как будто вся армия приехала. Весь села сели месяц к тебе в гостях. Понимаете? Я никогда это не забуду. Моя мама позвала моего взята и сказала, иди с Агила, забери, пожалуйста, баран, отвези порез и продай мяснику и завтра с утра другого порез, чтобы с утра после мечета народ будет толпа, чтобы обеспечить тут людям. А у меня денег не было, я ничего не принес. Она сказала с ног ты почему тебе без денег вернулся, на тебя не похож. Я сказал, мам, я все то, что заработал, учился на них. Я ходил на тренингах, я ходил на семинарах в 96 годах. Никогда не забуду. В 96 году мой двоюродный брат купил в 13 микрорайоне за 750 долларов в трехкомнатную квартиру. 750 долларов. Мой дядя за 600 долларов поехал в Хадж. 600 долларов платил и поехал в Хадж. Я никогда это не забуду. Потому что я мечтал, когда-нибудь вырасту, свою маму отправлю. Поэтому я знал каждый ценник, анализировал все. Понимаете, в начале года они поехали в Хадж, и осенью, августе я поехал в Россию. Это 96-й год. Тогда был доллар 625 рублей. 100 долларов, 625 рублей. Курс был такой. Я приехал в Москву. И начал работать. То грузчиком, и, так далее. и Я работал очень тяжелым трудом. Все то, что зарабатывал, накапливал, накапливал. Менти забирают. Накапливал, накапливал. менти забирают. Накапливал. Я ненавидел их. по поводу программу еще. Думал, что за ад какой-то. А потом постепенно я изменил свой подход. И все то, что накопил, думал, чем менти заберу, я пойду на тренингах. Я ходил на тренингах туда-сюда, учился. Потом я помню, что пришла ко мне одна девушка и сказала, я грузчиком работаю, контейнер семечка продаем. Она подошла мне и сказала, ты знаешь, оказывается, а есть тренинг. Не хочешь ли ты пойти? А я сказал, она была молдаванка. Я скачу за тренинг. Я слово тренинг жизни впервые слышу. Она говорит, знания приобретаешь. Я говорю, а сколько стоит? Она сказала, 3000 рублей. Я в день получаю 100 рублей. Это мой месячный доход. Я грузчиком работаю с утра до вечера в этом контейнере. По 100 рублей мне платят. Это мой месячный доход. Но тогда... 3000 рублей по 600 рублей, если вы 3000 делите, около 500 долларов, 400 чем-то долларов. Один день тренинг. 400 чем-то долларов. Я сказал, я пойду. Я пошел на этот тренинг. Я пошел на этот тренинг, самое интересное было, что 3000 платил. Сидел, там объявили, что будут потом другой тренинг через месяц. Уже через месяц у меня денег не было. Этот тренинг был 5000 рублей. Это около 1000 долларов. 5000 рублей. 800 чем-то доллар. 810 долларов и сколько? У меня не было таких денег. Я пришел, там Азербайджан, который, я работал у него в контейнере, его Азер звали. Я сказал, Азер, пожалуйста, дай мне деньги сходить на тренинг. Он сказал, тебе на тренинг? Я сказал, ну да. Он говорит, ты хоть что-нибудь понимаешь? Я видел, что он мне не дает деньги. Я взял через день, мой аттестат был с собой. И свой аттестат привез, ему показал. Я сказал, понимаешь, ты думаешь, что я всю жизнь провожу на этом рынке? Когда он видел мой аттестат, что только русский язык четверка, а все остальные пятерка, он сказал, что ты тут делаешь? Зачем ты проводишь свою жизнь здесь? И он отдал мне деньги, пять тысяч. Я пошел на этот тренинг. Теперь подумайте, пять тысяч это восемьсот чем-то доллар. Что я вам до этого пример привез? Это можно было одну квартиру купить в Худжанде. За один день учеба. Я целый год все то, что зарабатывал, я тратил свои мозги. Самое интересное в том, что я сидел там в том зале, 98% не понимал на русском. Но я платил такие деньги и верил в свое будущее, что когда-нибудь, рано или поздно, я проснусь, и у меня будет другая жизнь. Наплевать на деньги. Важнее твоя судьба. Нету, их надо найти. Хочешь, чтобы они были в твоей жизни, сначала себе надо создавать. Поэтому я удивляюсь, когда вижу, что люди для телефона деньги найдут, для шуба найдут, для украшений найдут, дуру жену, свадьбу делать найдут, обои купить найдут, диван купить найдут, мозги денег нет. Поэтому сложная жизнь. Вот так я изменил свою судьбу. Именно так. Потому что...